сопротивление это на мастер ау. Но поглощение, оно и есть поглощение, то есть не поглощение, а уменьшение урона. То есть это не в зависимости от магии. То есть шивает, оно по-любому. То есть это не резисты, да? Да, это не резисты, а просто ну, идет уменьшение урона. Ну, потестить надо сейчас. Сейчас я подумаю, со статом. Ну, как часто они призываются? Ну, как часто это так сделать? Давайте, да, оптика. Сейчас узнаем. Шоу и фэш. Если реже, чем, ну, если хотя бы в раз в 2 минуты, то у нас весь рейд переживает. Нет, так, стоматолог Айсбаунд, ШВ, Сакра. Кажется, так, мне нужно будет... прожимки надал. А где было, блядь? Так что получается, зелье сопротивления более чем бесполезно? Ну, больше да, чем нет. Ну, смотря где, на Fire Resist, допустим, он очень поможет. Да, обязательно он. Здесь сопрот. Здесь, и не забывайте, есть другие способности, а не только это. Тут чисто что, вот опасный моб, это маг будет, он и крош, все. Больше нет опасного, остальные все такие манекены. Безопасно. Сколько сопрот убрать? 7. 10 дк мои, блядь, в физи, не понял. 7 сопрот. Так, хрипаты в танке будут, да. Мы пойдем в два танка, ой, в три танка. Я донт и хрипаты тогда. А сейчас я подумаю, как расставить по разумному танку. Так, ЧП в ре. ЧП. Так, три вара будет, пока физиков там у нас будет много. Ок, сейчас туда смотрим туда. Декурсеры у нас есть. Если что, маги будет в декурсе. Все идеально. Я топ декурсе. Хотя два декурсера хватит, там эти билки сейчас они сильно бьют. Как раньше били. Они два раза уменьшили урон. Зато чаще. Поэтому... Ну, тогда тут все равно посчитал, это меньше будет урон носиться. Так, хорошо. Тогда еще один слот у нас. У нас три лока, да? Ну, давай, может, с севера возьмем, там, четвертого лока, к примеру. Не, шаман нужен, Лем. А Валс? Валс, ты кто такой? Валс это рестер. Нужен Лем. Обязательно Лем нужен. Блядь, почему ж, сука, шаманизм нахуй? Сука, да блядь. Тренер в доту сейчас доиграет, зарез. Здорово. Тренер тут? Да он в доту играет. Сейчас он доигрывает, заходит. Блядь, ебали. Какая дота в дрейне? Гоу трэш! Дота для геев. Я тоже доигрывал, я же не опознал. Сейчас еще трэш надо будет чистить по 9 лямов. Ну что, пока это самое, пока это вся замена, вот 5-6 пальца, там посмотрим, что сейчас будет. Я на замене? Кто? Нет. Конечно. Нет, конечно. Шакал, блядь. А чё они выбили, когда убили Грула? Не знаю, что там у них выпили, но выпадет у нас сегодня металка на танка. Ага, конечно. Сегодня выпадет топор на ванну. Металка на танка. Либо топор мне на ПВП. Бесполезный шмот. Топор тебе на ПВП. Кому там топор на ПВП? Прокси, а ты будешь забирать топор, да? По идее, разницы между спеками и мейнами нету. Учитывая, что с Геры падает по 3 шмотки, вероятно, с короля упадет пояс, плащ, ну и, возможно, дробежка. Так, а тренер написал, что зайдет? Выпадет кружка, которую из орки забраться надо. Ничего он не писал, но Дота доигрывал. Сейчас я напишу ему. У меня просто с ним вся переписка. Заходи. И как? Он зашел? Заходит, слышишь? Ты чисто в двери, блин. Я скомандовал, нашел. Джимми, твой миньон? Кстати, можно мне в потик милишечка перекнуть? Как жалко, нет. Да мусор. Там свата нету. Не, почему? Сейчас. ЧП силы не особо нужно. Вот я прикинул его сюда. Ему крит нужен. ЧП! Ну давайте, да. Халсайды выбили топор. Да погодите, что-то я говорю. ЧП живой, что ли?
Тебе, вот. Тебе! А, тебе, тебе. Надзиратель поиграть пустил? Виртухай. Ну, мы его сыграли. Остальных я пока покикаю. Типа сидит, я хотел. Нужен на сист. Настрой себе там этот. А, у меня есть, а что такое? Все. Во. Пасть у них, блядь, слямов нахуй, как бы. Бочку я сбиваю, костой. Как целый босс, блядь. Хорошо, секси. Чипок бесит. И кости режься. Мне хилится очень сильно. И иди кусите. Так, вам лежит на череп, я... Это я загляну сюда. Чего косы есть теперь? У меня какое было? У меня когда-то уже сбился. Мне тоже когда. Еще зас могу сбиваться. Драйвер тут? Драйвер. Он там маки стоит. Так, надо, короче, постримить. Это самое. Потом положить интернет. Все. Наши тактики. First kill, Northern Polar, игру Magic. И Гудлик умер. Все забирают. Вот и сюда мне нравится. Ты что, ебали, блять? Иди спать. Тут так темно. Кстати, и... реально. Так, стил, яркость нормально. Как-то так будет у нас сейчас все прям. Пошел пока. Куда ты пошел? Недалеко. Блин, ты тактику слушай. Я здесь, я бойся. Я просто от компьютера отошел. Так, мне в танк, да? Да, ты в танк. Так, короче. Метку череп забирает Донт. Так. Как... Сейчас посмотри, какой радиус там у этого дурачка. Блин, посмотрите, пожалуйста, у Кивера там от Кивера сколько там радиус? Я забахался, ладно, это самое. Радиус чего тебе посмотреть? Сейчас, это... Ну, откидывание, сколько там он. Не написано радиус. Не написано. Ладно. Ок. Написано то, что наносит противнику его союзника в радиусе 8 метров, 20 тысяч урон. И все. 8, а, да.
Так, Хрипатый, ты тут? Хрипатый? Да, я вижу. Так, ты танчишь квест в магах. Если есть чарка на Fire Resist, одевай его. Есть, все. Перечаривайся. И будешь брать, наверное, давай, я думаю, это у нас маг. И трусы заберешь туда еще на себя. Я на себя заберу короля и кирика. Поставлю их в печеньку. Ты ставь квадратом. Где мага поймал, там и танчиваю. Так, Дренер, твоя задача, ответственная будет. Значит, смотри. Трусы он физически хилит. Вот. Кидает там у него две билки, это молитва исцеления и исцеление. Эти две билки нужно сбить будет. И он кастует хил только тогда, когда все. Ну, он неактивный. То есть, смотрите, видите, несокрушимость щитов, да? 99%. Вот, это его щит несокрушимости. Когда он спадает с несокрушимости, он больше не будет кастовать хилки, он будет дамажить больше. Так. Значит, Дренер, ты отвечаешь за это. Особенно, когда мы продамажим кого-нибудь, не знаю, Кроша там, либо Олму. Вот, КД вместе с ДКшкой. Давай доберемся так. ДК первый сбивает каст. Дренер, ты второй. Вот. Дальше. Давайте пройдемся по мобам. Что они делают? Значит, метка квест. Когда открывается? Значит, он навешивает вам огненные бомбочки. Вы видите. Живая бомба называется. Кумага спал. Эта бомбочка по вам дамажит, и если будете стоять в рейде, она взрывается по рейду. Очень больно будет пробиваться. Поэтому бомбочку выносите с рейда. В этот момент мы даем файл резиста. Дальше, когда крест открывается, он еще кастует фаербол, что она еще ауе, что вокруг себя. Поэтому милики к нему не подходим вообще. Это только бьют его РДшники. Дальше. Мультикаст от креста, когда он перед закрытием, он начинает кастовать ауешку, очень больную. Поэтому Fire Resist, в кучу стакайтесь, прохиливайтесь и... Сколько у нас там крестов? Два креста, Мэри Джейн дашь гимна ХП. Так, это первая способность мага. И еще такой момент, ДК. Который танчит будешь крест, у него увеличен входящий магический урон, поэтому тоже убил пешками там. Так. Дальше. Второй моб. Крест. Значит, что он делает? Навешивает дебафы. Именно эти самые, как его. Декусив, короче, надо. Проклятие. Надо ее диспелить. Я подумаю, пока двух диспеллеров хватит. Если что. Вот подключишь, чтобы диспелить. А так в приоре у нас декурсит у нас... А, нет, стоп. Давай, короче, вот вместе с идеальным. Вы оба на декурсе сидите. Если что, зорки поможешь. Троих декурсивов вполне достаточно будет. Если там очень сильно пареты будут прилетать. Я считал, 5 нужно. 105. 5 декурсиров. Зачем столько много? Каждый по пати свое декурсит. Ну, идеальному тут, надо хилить еще. Да тут 4 хила и так будет. Вы нет, попробуйте, давайте попробуем. Попробуем, давайте попробуем. Да, да. Просто пробуйте. Давайте попробуем. Вот. А там посмотрим, что там будет и так далее. Дальше. Вызывает очень много питомцев. Мелизона, кастеры. Смотрите внимательно. Вы вообще игнорируете этих питомцев, бьете только босса. Появляются питомцы. Значит, давай так. Бафающий. Нет, не бафающий. Дрищ. Твой первый моб. Забираешь его под свой контроль. Приручение делаешь. Гудлик, ты второго моба приручаешь. Запоминайте очередность, потому что это я озвучивать не буду, все. Приручать или изгнание, да, на него кидать? Приручение. Гудлик второго приручаешь, бафающий третьего. Петов сразу отправляете на других петов, чтобы они друг друга жрали. Вот. Наша основная задача на Олме – убить максимум много этих самых мобов. При мультикасте, когда у нас много убито, то есть по вам меньше прилетит удара, ну, от темной магии. При мультикасте, окончании мультикаста, мы с Донтом сдадим Т4 свои, чтобы поменьше рейда было. Вот. Так. Мелизона, ваша основная задача. Максимально вжать ДПС по мелким мобам.
бить только физическим уроном. Никакого магического урона не должно быть на мобах. Даже ОЕшки врубайте свои товарищи маги в Т4. Имейте в виду. Вот. Ханты там ловушки особо не ставьте, бейте тоже, не знаю, автоатакой, не знаю, чем там будете бить. Меньше дезь, либо по боссу играйте маги, можете играть. Так. Понятно, да? Магический урон в босса, физический урон в трэш. Идем дальше. Метка печенька, это понятно. Он активируется самый последний. Так, метка трусы. Самый манекен, он просто в конце... Он вешает на себя щиток, который нужно быстро разбить, и мультикаст. Если мы не сбьем мультикаст, он шотает вред. Там, ну, щит пробить, это не вопрос. И ромбик. Ромбик овцует, и в конце он ОЕшечку дает от сил природы, значит, заклинание. Ничего сложного нету. Поэтому, Драйнер, ты ставишь тотем на хаст, Эйлер, тотем на саппорт, на турку резист. Так, все пьют саппорты. Обязательно все саппорты пьем. Так, еще раз запомню. Донт, ты забираешь череп, ставишь его в черепок сюда. Хрипатый ловит крест. Хрипатый начинает бой, потому что маг сразу агрится на ту цель, которую сагрился. Вот. Я забираю печеньку, и я забираю ромбик. Хрипатый забирает еще на себя трусы. По напулам. Писикошка, напуливаешь на хрипатого трусы. Невер, напулишь на меня ромбик. Все. Бить их не надо. Их не надо бить, у них входящий урон 90%, 99% маленький. Так, по поводу хилов. Хилы особо так не налегайте по хилу, потому что урон у нас маленький, и трит мы будем очень маленький набирать. Я, по идее, дам бдительность на всякий случай, чтобы не обосраться. Так, ну, в принципе, тут все. Так, давайте челопол. Кому что не ясно спрашивать? Саппортом все вы. Я что-то У нас получается фраздека нету. А зачем нам фраздека? Когти. Я уже сказал. Написали шамана поэтому. Ну шаман поставь стабильный. А он не да с... Я уже все написал. А он не с ветерком устакивается с этим ветром, не? У нас два шамана. Один поставит на СПД хаст. Я уже все написал. Уже написано ну, давно. Типа, ну, нам нужно еще на тур хаст. О, на тур резист. Хант врубите на тур резист. Один хант. Ну, в принципе, там только на турка надо, когда ромбик активируется, и все. И да, чего не хватает. Так, ставлю рыбу. Я поставил. Ну, я там видел, сколько рыбы закупил. В банке. К этому обратился. Угу. Сейчас я чё поставлю. Мы, в общем, стоим, ждем, когда улм откроется, да? Да. Нет. Кто открывается, того бьем. Да, тут кто открывается, кого и бьем. Окей. Так, короче, смотрите, троих мобов мы держим в контрол, двоих убиваем. У нас это с дефами должно хватить. Если мы у нас будем шотаться, то придется нам всех мобов убить. Локи же можете отпустить, когда вам, ну, когда надо, ну, по команде отпустить этих мобов, демонов. Локи. Еще раз спрашиваю. Вы можете отпустить мобов, которые вы законтролите? Я ни разу не юзал. Они не юзали ни разу эту хуйню. Ну там отпустить можно. Там, по-моему, есть. Там где иконка, по-моему, с питомцем двоится, будет кнопочка отпустить. По-моему, так он делается. Блять, сука, класс свой не знает еще. Так на БК только юзали, блин. Так. А это что сейчас, на БК? Это лично. Короче, еще давайте тогда по хилам конкретно. Еда. Ты хилить будешь Бьорна и Хрипатова, то есть, ну, весь рейд стоит, грубо говоря, в центре комнаты, покажу. Ну, где вот примерно ромбик стоит, вот примерно тут и строится. Это если по танкам распределяться. Эллер, сконцентрируйся больше на донте, остальные все хилы рейд херачу. Саня, так, ты в 4 хила, да, хочешь? В 5, в оптикс видео тоже. А, у нас шотикс есть, точно. Оптикс, давай, короче, так. Частицу кидаешь на Бьорна, еда на Хрипатова. И оба хилите донта. Остальные все хилы на рейде сидят. Бьорн и Хрипатые. Вот, я бы назвал. Я танчу
бьёр в печеньке саму печеньку и ромбик. Хрипатый танчит крест и трусы в квадратике. А в черепе стоит дон с черепом. Все. Вообще на пол. Так, фаски всех выпили сейчас. Проверю. Еду намажьте там и так далее. Сейчас, блядь, проверю. Чем ее намазать? Ну как? Кого? Еду. Раннер бафающий. Я бы попросил выпить нормальные саппроты, потому что, блядь, тут очень много урона будет. Раннер, почему что тебе за бомжа для фаска? У него алхимия. У него столько же дает. Ну так этот саппорт больше давать будет, нет? Ну, по-моему, то же самое, 75. Нет, больше дает. Но, видимо, у него рецепт не изучен. Ладно. Ну да. Ладно, давайте на пулы, ханты. Поехали. Хрипатый первый пуляет, да? Да, хрипатый первый пуляет. Да ты, Гудлик, отлетишь, скажи нет мне, пожалуйста, товарищ Гудлик. Не бейте мобов вообще, чего вы трогаете их? Ну чё, блядь? Открылся, что за? Кто открылся? Крипоглаз. Крипоглаз открылся? Ну, да. Пока стопните, блядь, пока не бейте ничего. Вон, забери чего. Блядь, его продамажили, я не могу. Я говорю, блядь, ребята, собаку приручите там, окей. Никто не дамажит. Вот стойте, блядь, ждите, пока танки разберу. Чего сразу летите, блядь? Я не удивлен, что Гудлик умер. Хрипат умер. Все. Уходим, короче. Изи, босс. Че, блядь, посложно, я не понимаю. Подождать там 5 секунд. Пока танки заберут свои цели. Куда вы лезете, блядь? Ребят, все остальные рейды, по-моему, в 4 танка ходили. Ну, мы сейчас 3 попробуем. Не, у меня к вам вопрос, а почему вы вообще ринулись бить? Минус 99% урона. Вы просто стоите там, пока... Там открылись трусы. Была команда бить? Ребята, бьем по команде. А почему тогда в череп влетели люди? Ну, от черепа люди поумирали. Атолма умер у нас Гудлик. Атолма у нас умер кто еще? Стоматолог. Флэш. И Флэш. Нет, Флэш, да, тоже Атолма умер. Что? Я, блядь, кому я тактику рассказывал, Гудлик? Возьми моба в таргет и почитай спел его, что он дает. Кстати, Локи, приручите этих. Попробуйте приручить. Сейчас, зачем? Сейчас. Зачем? А теперь наведите его на это самое, на второго моба. Можно там отпустить его, если такая. А сколько он дамажит? Да что-то хуйню помню. Не видно, не отображает. Не, он 1015 кусать должен. Ну, кусать хорошо. Все, давайте, короче, по-моему. Все делаем то же самое, не переживайте. Если будет сложно, то еще одного танка поставим, ничего страшного. Поставлю я паладина, кого он будет на киллерика. Я сам заберу слепоглазого. Просто флешев хила, а оптиксов танка. Не, а есть нас... еще. Сейчас проблем не в этом было. Нас должно откидывать вообще, ну, рейд сам. А вас откидывало? Да. Пиздец, я летал по всей комнате. Ну сейчас я отведу киллерика подальше. Да, надо подальше отводить. Сука, значит, я босса ставлю вот сюда. Где печенька стоит, видите, да? Босса и ромбика туда забираю. Так, а мы так. Куда стоим с старта? Все, вы стойте, ждите, пока я дам команду, кого бить. Здесь стоим, да, где стояли? Можете ромбик стать. Сюда. Слышали? Так, линканите меня, блин, почему мне... Сейчас я посмотрю информацию смерти. Ребята, а чего ты умер? Посмотри, пожалуйста, можешь помочь? Его долго не хилили. А он кого танчит? Одного моба или двух? Двоих. Он танчит мага и этого.
как его, и слепоглаза. Ну, он там не сильно должен полетать ему. То по мне должно быть там полетать хорошо. Давайте что на пол. А, уже все готово. Давайте подобьем пол. Четыре, три, два, один. Припаты подай. Олм. Давайте, Локи, готовьте призывать. Он помирает, рада нормально. Три точно олм. Диспальцы проехали. Не, давайте диспальцы. Ничего, надо дальше заводить. Дамажим. Физики бьют только мобов сейчас. Физики мобов бьются. Локи контролируется своих мобов. Пацаны, приручайте точнее. А куда вы отправили этих самых? Локи, отправляйте их на стрельги собак. Че, мы бьем череп или не бьем? Ну бейте череп, да, бейте череп. Бейте череп сейчас. А у Яшка сильно бьет по рейду? Нет. Ну вот видите, она не очень сильно бьет. Ну, дикусера достаточно, как говорил. Что же это отношение, надо прожиматься, да? По окончанию костов, что там скажете, когда окончание каст будет? Каст. Донт. Окончание каста. Надо прожиматься. Я ж попросил, скажите, когда будет окончание, конец каста. Я ж, ну, прожал маршевой, и Донт добавил Т4. Я дал Т4. Он был мне чувствовал. Прилетел. Вот кто выжил. Прилетел в среднем по 33 тысячи. Вот, если бы я еще Машу выдал бы, вам бы еще 30% меньше урона. Сколько было бетов убито? Нисколько. Ноль. Они все в контроле были. А сколько их было всего, в общем? Два. Это переживается. Это можно прожить, да, на этом. Если АОЕшки не будет, два ШВ и этот Сокру отдать, все выживут. Ну все, сейчас убиваем туда, пробуем. А по сколько там написано урона вообще перетело? Можно будет показать. Я, короче, не декурсии буду там часто вешать. Нет, декурсии же сейчас... Ну, типа, в среднем прилетело по 20 секунд. Так это я еще стоял декурсию, оно там, наверное, ну, каждые 10 секунд вешается. Помогал немножко. В идеального 40 тысяч. В еду примерно столько же. В Рокси примерно столько же. По 40 тысяч ударило. Под моим Т4. Это если... В принципе, мы можем одного моба оставить, чтобы, ну, то есть убить моба. Движутка хп, мы его взгреем. У мобов так, 900 тысяч всего. Танков больно было, пробивало, нет? Меня нет. Ну, когда меня открываются, они меньше дамажат. Давайте пьем туда рыбку, ставимся в аккаунт. Сейчас пьем туда. Слезьте с рыбы, ребят. Сколько вы сейчас слил, ну, получается? 20%? Ты на рыбу сел, не видно рыбы. Да тут ебись, сова, пожалуйста. Да, где-то так. А где рыба? Они стоят, люди. Ну, можешь вирус ебаться, алё, уважаемый? Возле дерева. Неверлайн, ты тут? Так, Массакру нет смысла давать. Боже мой, ему. Вы мне самое главное скажите, когда будет каст, чтобы я главное запомнить цель его. Так, Все, давай, сорчи на пол. Забавьте быстренько этого, неверно. Сколько он вызвал еще раз охотников? Трих? Два вроде бы. Два было? Не, вы точно больше двух было. Да, было больше. Мне кажется, три было. Ну, три. 30 тысяч получается засейвить, блин. Ну, сейчас попробуем, короче. Так, еще раз, первый тысяч хватает. Гудлик второй, бафующий третий. Весь рейндж кэмп... Нужно Геру сдавать. На Ому, да, зададим Геру тогда, когда он весь он еще раз откроется. Геру сдаем.
физики, вы топите... Вы там били охотников, нет? Вообще не били ничего? Они в контроле нет, были, они в контроле и были. Они сидели на магии. Все, значит, тогда, когда он открывается, ждем 2-3 секунды, Донт наберет трагу, ой, агро, и нормально. Да не, можете сразу врываться, ну, просто самое не надо. Давайте, Там Лок спросил, куда собаку направлять. На череп. Поехали. Слепоглаз. Ой, блин, это самое. Слепоглаз, пока не трогайте его. Физики к нему не подходят. Дон, ой, это самое. Хрипаты, набираем слепоглаза сейчас, агро. Бейте кастера слепоглаза. Драйнер после закрытия, сбиваем ему косты, потому что он будет себя хилить. Кастер, бейте слепоглаза череп сейчас. Трогайте. Не бейте череп, ребята, так чего вы трогаете? Трогайте череп. У вас же тринки подкатываются. Ну, куда его видите? Собака вызывается. Собаку готовьте, контролируйте. Если милики стоят, то можете собаку убивать. Так, я немножко отойду, хил, немножко будешь мне прохилить, потому что уже не отлетал далеко. Можно следующую собаку убить? Не, пусть под контролем будет, а собаки нормально дамажат. Собака. Закрывание, это мультикаст уже вышел, да? Мультикаст ему пробейте, там избейте ему каст обязательно, когда будет он. Уже сбили тогда. А, сбили. Все, тогда киллеря. Мой моб, бейте все его. Нет его. Его бьют все. Нет коромбик, если что. Если есть на пол, дайте на пол мне. Тотем на... либо на турку поставьте. В общем, больно на турка бьет. Куда там, блядь? Это самое. Дай Берту. Идеально, Галбер. Вижу, давал. Это самое. Чики, дай Берку, бичу. Только отойди, пожалуйста, от Мелизона. Мультикас пошел, прохиливайте лезть. Закрылся, забрал его. Хорош. Нет. Кроша только РДД бьют. Крипат, набирай на нем треть. Драйнер не забивай, сбивай каст этому слепцу. Ой, это, ну, слепцу этому, не понял. Следите за дебафами, введите в них живую бомбу, отойдите назад. А, живой с бомбой уходим. Fire Resist готовьте, давайте мастера урвать. И готовьтесь это самое... Сейчас гимна ХП давайте. Жизнь, ты отдаешь. Я поставлю. Метки его. Дайте еде. Инер по еде дайте. Инер по еде дайте. Чики. Да я дал офису. Все, понял. Ой, дай Инер по еде. Что там пошла, вышка? Охотники вызвались. Прохиливаем рейд. Дон запрохил. Но столько у тебя стаков? Два. А, ну, скидывайся нормально. Я зеленью скидываю. Там охотники стоят. Кто открылся? Кроша, кажется. Бейте Кроша, кажется. Продолжайте бить. Там одна собака не контролит, что, можно бить? Нет, его за... Чья-то собака бегает. Там несколько собак даже будет. Несколько собак уже можно. Бери это самое, переучите. Отправляйте на цели, которые не открываются. Ни одну я ее дамажу. Дон, потому что нас потом самое, вайпнут. Да. Нас вайпнут эти собаки. Сколько процентов у Кроша? 70. Еще собака появилась. Плюс собака. Ладно, милики, бейте собак. Да, больно, мастера, дайте на огонь. Крик на ХП обновите там, вары. Обновил. Или тотемную ману было или нет? Олма открылся, поехали.
Дамажить. Геро. Дикий укус, блядь. Плоки контрольте мобов. Скажите, когда будет окончание каста. Дамажим мобу. Черепок. Драни, сбивай каст, это мы хилищу не забывай. Чикабун дашь, потом БР по тем самым, по ЧП. Кастует, что-то принес. Вижу, вижу, готов сейчас машину выдавать. Готов. Отдал. Даю. Своё. Ново. Нет, надо убивать. Я говорю, что у нас очень много собак. Хорошо, собак убиваем, короче. 3500. Сколько дало урона? Зорки блокируй, блядь. Да, блокируй, минус 15 вреди, да? Олег, стой, умри, умри, Олег, Гера у себя будет. КД. Куда убежите? Нахуя убежите? Сразу написал в Дискорд, скрин скинул, собак заливают тут. Вот что ты все, блядь, начинаешь, ну, мы тестим, блядь, как это можно, а вдруг мы это самое, ну, ты такой душный пиздец, блядь, ну. Мы просто упрощаем тактику, мы хотим знать, будут ли пробиваться и пересмаш вэшками нашими, с тремя мобами, можно трех мобов дать, взять контрол и ебошить босса ими, потому что мобы очень сильно дамажат. Там было гораздо больше, чем три мобов. Да, там дохуя было. Тут было очень там, да, больше, там три, там три было в контроле, и где-то три, наверное, стояли на домчике. Ну, а что, на них бан кидается из изгнаний, все? Нет, а прикол в том, что чем дело больше том, что... живых, тем больше ударит ОЕшка. Да. Да, понятно. Даже если он в бане, либо в контроле. Поэтому можем просто взять двух контрол, а с ним все заливается. Нет, да просто заливать, у нас мирики стоят АФК. На ломе? Не, ломе не знаю, дармажа тоже должна ломе. Ну пока не ол, пока все остальные пока открыты там. Пока не ол, мелики стоят АФК. А, они ну стоят, да, 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 в этом плане да, они должны заливаться. Пусть они просто дамажат этих. А я имею в виду, когда босс будет сам. Да когда босс, если они будут все это время дамажить, там не будет так много мобов уже. Да, ну успеем. 900 мобов нам отклива, очень много урона идет. Угу. Так, мне надо, блядь, поставить где-нибудь такую точку, чтобы нет, блядь, сейчас нет таких было, сейчас я где-нибудь в уголочек зажмусь. Так. В принципе, нормально, в три танка танчится норм. Пока не понял. Ну, по глазу надо сбивать косты, конечно, постоянно, блин, на исцеление. Ну, тебе шаман помогает, я поставил шаман туда конкретно. Когда олм активен, вот этот крош активен, я не могу сбивать ему косты. Ну... Ну смотри, там поглядывай иногда, там возьми запоминание цели, там макро забей в него, не знаю, там... Просто кикнул кассу и переключился обратно в остальные братья. Говорю, те же ЛПшки не бесконечные. Это перезарядка есть. Мы можем поменяться, могу тебе дать... А нет, мне мага неудобно будет танчить. Маги надо магический урон. Так, прерывание. Ну, драйнер вообще нормально все сбивал хорошо. Бывали там. Так, давайте, что на пул туда. Что получается, сейчас первых двух собак баним, остальных заливаем, правильно? Да, 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 да. Можно первых двух собак. Ну только ж не баним, а приручаем, наверное, да? Приручаем, точнее, да. Приручаем и остальных все заливаем. Все окей. Зачем наоборот? Не надо ничего наоборот делать. А если он активируется, например, вторым. Все тоже, все. Как собака появилась, залили. Две собаки должны быть живы. Остальные все мертвые. Да, все поняли. Вообще на пол. Но! Их бьют только физики. Кастеры бьют только босса, соответственно. Вот. Дон по возможности тоже набивает ит на мелких. Либо там ЧП, там, если опять переагрится, там тебя видел мелкий был, там не знаю, мишку прыгнуть можешь. Все, все готовы. Стали по местам. Добавим пул. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Ты по глаз сразу. Ты по глаз. Игнорим пока. Дайте танки нормально. Крош, крош, крош. А крош?
Ну, играйте в крошу пока. Драйнер, на... садись на этого, на пистачку. Так, за я бомбу сделаю сейчас. За бомбу слизь, кто не нас. Ой, я тут буду стоять. На еде бомба была. Так, ребята, с бомбами выходим все, это не забывайте. Готовы задевать мастера на огонь? Да кто там в рейде бабахает, блядь? Алло, нахуй, за дебафами смотрим. Среды выносим. Контрольчик, да вы чё такие тупые-то? Если кошка бомба. Ещё одна. Я сейчас пройти собаку. А я прихил дали, гимна хп, хп. Тарас, собак, готовьтесь. Трой собак, контроль. Вы умрете. Все. Уважаем дальше. Че, дебилы, что ли? Собака, давайте бить. Поехали. Бейте собак. Собак, играем. Собака, пустите алёсики, крысики, блядь. Так, мясо живо. Вдохните. Так, а что там, Локи контролить не имеет, или что, я не понимаю? А наоборот, не надо контролить. Чё за тобой? Вот РЛ говорит одно, другой говорит другое. Вы определитесь? Да всем сказали, ничего, не трогайте собак этих. Зачем вы берёте вон так? Сказали, двух собак взять контроль. Я же говорю, двух собак. Вы что такие тупые? Ёмко, блядь, слушай, ты следи за языком. По-моему, ничего не даст, что мы собак своём. Чего? Их много не было. Ну, если мы ДП, если у нас ДПС-то не хватит слить полную за. Ну, за полную. За полную этот. Пока он кастует, то и мы не пройдем дальше. С чего ты взял? Нет, там за несколько раз убивается. Да. Нет, там понимаешь, в чем прикол, спринт. Чем меньше собак остается, тем меньше урон наносится жертвоприношение от лока. В чем прикол? Вот это, ну, немножко меняли с механикой. Ладно, короче. Сами, имейте... первых собак заливали, потому что их намного накопится тебе. И мы хорошо, всех собак бьем просто. Бейте собак и все. Все. Никаких контролей ничего не надо. Которые выходят во время этого, их уже приручать и все. Милики собак бьет, а? Милики бьют в приоре собак. Собака есть, милики переключили. Собак нет, бьют боссом. Ну, череп, имею в виду. Так, что у нас по нанесенному урону по своим союзникам? Что-то мне не понравилось, что... Ай. Ну, блядь, гудлик нахуй, я не удивлен, блядь. Так, второй хрипаты. Ну, хрипаты под миликом где-то кинулось. Милизона, наверное, подошла, не знаю. Нанесен по союзникам. Стоматолог второе место, еда третье, пятикошка пятое, дренер. Гудлик, знаешь, сколько ты нанес урона по союзникам? ДБ мне носит он, смотри, за дебафом. Тебе висит живая бомба, как на кармане. Бля, ты еще выруби микрофон. Ладно, ребят, сорян. Ну, каждая собака дает 10 тысяч урона по рейду. Если мы контролим собак с самого начала, у нас стакается как минимум их 3 штуки, которые дадут нам 30 тысяч урона по рейду. Ну, нехорошо. Если у нас будут собаки, сейчас у нас опять мелики стояли в центре. Собаки мы дамажим. Когда мы открывается ОМ, и нужно играть в босса, тогда мы контролим двух собак. Остальных у нас должны быть уже, ну, хотя бы подбитые, чтобы мы их просто заклеивали. У нас просто они шотнут в конце каста. Первый раз нам повезло, на солом открылся сразу, и там было всего 3 собаки, и нас этого шотнуло. Второй раз, когда мы траили, у нас открывались все боссы, кроме Ома. И тут было собак 7-8. Естественно, нас убьет. Я думал, у него какое-то ограниченное количество вызывания собак. Он, кажется, их, ну, бесконечно вызывает. Ладно, я понял, будем два заливать. При открытии босса, значит, Омы конкретно, двух собак можно в контрол. Первый контрол у нас кидает дрищ, второй бафующий. Гудлику не доверять, это задание не хочу. Бестолково. Че на пол? Чем иду скоро нормально лока на замену буду гулять садиться. Уронирует. Можно подкаст еще мастер аур на чему отдать. Не работает. Игнорирует. Там написали. Да, не работают.
Игнорится просто все. Так, рыбку. Значит, рыбку. Баню. Ой, забираю баню только собак, когда они выходят. Только да, когда олм активен, все. Больше ты их опускаешь, потом их заливают. Понял, да? Первый дыщ, второй бафующий. Третьего не баним. Два моба нужны. Всего миллион у собаки, пока она выходит одна, я во втором. Ну, КП.